Обслуживание подъездов, оплата квитанций, отопление в домах. С этими и другими вопросами химчане обратились к депутату Государственной Думы Ирине Родниной. Встреча состоялась в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». В этот раз жители обсуждали вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Люди сразу уходили отсюда уже с каким-то даже предварительным ответом или информацией. Такие встречи, они сокращают расстояние при решении вопроса, естественно, и сокращают расстояние или улучшают взаимоотношения администрации и жителей. Каждому заявителю уделили внимание и взяли все обращения на контроль. На встрече присутствовали народные избранники, представители управляющей компании и другие профильные специалисты. Они также фиксировали просьбы химчан. Будут сделаны депутатские запросы и со стороны депутата Государственной Думы, и с моей стороны. У нас есть все контакты заявителей, и в течение 30 дней мы дадим абсолютно всем ответ на сегодняшние вопросы. Некоторые вопросы удалось решить практически сразу. Елена Малькова живет в Старых Химках на улице 8 марта. В ее квартире подтекает труба. Специалисты пообещали помочь в ближайшие дни. Мне сказали, что мой вопрос будет решен, часть трубы будет заменена. Меня, в принципе, качество решения вопроса и быстрота вопроса устроила. Я надеюсь, что в течение 2-3 дней вопрос мой решится. Галина Снеткова живет на улице Молодежная. Она обратилась к депутатам и специалистам управления ЖКХ с просьбой пересмотреть квитанции за оплату капитального ремонта дома. Вопрос взяли на контроль. Задала вопрос, и мне дали полностью корректный ответ. Решение какое-то будет принято. Вот, а там дальше посмотрим. То есть, по крайней мере, от всего того, что здесь произошло, мне, честно говоря, приятно. Подобные встречи в общественной приемной партии «Единая Россия» проходят в Химках ежемесячно. И депутат Государственной Думы Ирина Роднина встречается с жителями регулярно. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский. Новости Химки ТВ.